В Байконуре до 31 мая продлен режим повышенной готовности по предупреждению распространения вируса. Вместе с тем, здесь также по рекомендации главного санитарного врача города ослаблен ряд ограничений. Подробнее в нашем следующем материале. Так, на сегодня в городе возобновлена работа центрального универсального рынка и торговых центров, такси, цветочных и фотосалонов, салонов красоты, стом-кабинетов, ломбардов, обменных пунктов, автомоек, оптик, химчисток, швейных ателье, мастерских по ремонту бытовой техники. Кафе и ресторанам разрешено работать исключительно на вынос. Разрешены индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытых спортивных площадках при условии социального дистанцирования. Отменен режим самоизоляции для всех жителей города, за исключением лиц старше 65 лет. Сняты ограничения по передвижению горожан. Среди ограничительных мероприятий, которые в настоящее время продолжают действовать, это передвижение через КПП города Байконур. Оно работает в режиме ограничения только для граждан, которые осуществляют свою трудовую деятельность на территории города. Для пересечения из поселка Тюратам и аульного округа Акай необходимы специальные пропуска для пересечения КПП в связи с их работой на территории города. Также открытые дежурные группы в детсадах. Прием детей осуществляется строго при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. Школы продолжают работу в дистанционном режиме. Начальные классы уйдут досрочно на каникулы. Начальные классы с 1 по 4 класс уйдут на каникулы с 16 мая текущего года. Остальные классы, учащиеся остальных классов, продолжат свое обучение до 30 мая текущего года. Как и ранее, запрещено проведение массовых мероприятий и торжеств, а также корпоративов. Также пока не будут работать кинотеатры, выставки, музеи, спортивные учреждения, независимо от форм собственности, фитнес-клубы, тренажерные залы, компьютерные клубы, общественные бани, общественный транспорт. В целях предотвращение завоза инфекций извне байконурцев просят при прибытии стран с неблагополучной эпидситуацией обратиться по телефону 8-336-22-7-46-59. И еще. По данным на 13 мая, зараженных коронавирусом в городе нет. На самоизоляции 160 человек. Исследованы на коронавирус 221. Результаты у всех отрицательные. Галымжан Жумназар, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда, при содействии пресс-службы администрации города Байконур.